Основной темой, которая обсуждалась в СМИ на прошлой неделе, конечно же, было обострение на Донбассе. Это обострение сопровождалось визитом Зеленского на передовую. Это было обставлено его встречами с командирами территориальных батальонов, с командирами ВСУ. С обратной стороны это поддерживалось, например, учениями корпусов народной милиции в Луганской и Донецкой народных республиках, которые проводят учения, которые, собственно говоря, на передовой отрабатывают разные варианты боестолкновений. Конечно же, это все выливается в какие-то перестрелки, в какие-то локальные боестолкновения. И это все, конечно же, добавляет напряжение в информационном поле. Это обострение, оно носит не локальный характер, а носит глобальный характер. И это обострение включается из Вашингтона. То есть, есть информация о том, что Зеленский, который приехал в Донбасс на передовую, встречался с Бритни Стюарт. Откуда на форме военного атташе США нашивка «Украина или смерть»? Да? Фотография. Военный атташе США в Украине Бриттани Стюарт проинспектировала ВСУ, позиции ВСУ в Донбассе в форме с нашивкой «Украина або смерть». Да? На девиз бригады имени черных запорожцев на самой эмблеме «Щит с черепом». Бригада названа в честь полка армии Украинской Народной Республики, которая в 18 году воевала с Красной Армией, а потом с белогвардейцами. Надо сказать, что форма у миссис Стюарт была своя. Приехала она на Донбасс без знаков отличия, которые появились чуть позже. То ли она расслабилась, то ли решила дать волю убеждениям, ну, то ли приклеила ради приличия кителю шеврон. На некоторых кадрах вышивка у нее есть шеврон, а на других нет. Фотографии выложены в официальном Facebook-аккаунте операции Объединенных сил в Донбассе, поэтому это не фейк. Но шеврон – это цветочки. На украинских позициях, вот здесь «Комсомольская правда» показывает, вывесили нацистский флаг. И вот это на самом деле достаточно примечательный факт, то есть нацистские, националистические, вот эти возгласы, демонстрация флага, запрещенного во многих странах, да, это является таким звоночком, тоже не способствующим умиротворению ситуации. Это провокация, которая направлена на то, чтобы у кого-то там не выдержали нервы или еще какие-то вещи. Кстати, высказывается идея, что этот флаг вывешивается как маркер для утилизации батальонов националистов, которые сейчас собирают по всей Украине, как ветеранов, чтобы их туда вывести и их понемножечку начинать уконтрапупивать, потому что никакой власти такое количество боевых псов не нужно. И на самом деле любая власть будет стараться сократить поголовье нацистов в стране. И в данном случае Соединенные Штаты Америки являются поджигателями этого напряжения. Они используют Донбасс как точку напряжения для того, чтобы усилить свои переговорные позиции с Россией. Нужно сказать, что сейчас идут глобальные торги между Соединенными Штатами Америки и Россией и Китаем. И по некоторой информации речь идет о том, что России отдается Белоруссия и Украина, а взамен за это просится Китай. То есть, вот эта дружба и сотрудничество с Китаем Россию уговаривают отказаться от этого альянса. Нужно сказать, что обмен неравный. Нужно сказать, что президент Путин прекрасно понимает, о чем идет речь. Если вспомнить, как разрушался Советский Союз, какие обещания Запад давал Горбачеву и другим руководителям Советского Союза, впоследствии России, да, и вспомнить, что по итогам Ялтинской конференции и последующих встреч, связанных с организацией Объединенных Наций, под эгидой, под опекой Советского Союза, а Россия является правопреемником Советского Союза, находятся не только Украина и Беларусь, но и страны Варшавского впоследствии договора. То есть, страны Восточной Европы находились под опекой. Поэтому разговоры о том, что мы отдадим вам Украину взамен за то, что вы не будете развивать такое сотрудничество с Китаем. Понятное дело, Америке не нужно, чтобы Китай усилился, чтобы у него был технологический рывок, прорыв, да, и они хотят всячески его сдерживать. В эту же строку обострения в Мьянме, да, всевозможные маневры Соединенных Штатов Америки вокруг Тайваня, вокруг Гонконга, обвинение Китая, что он нарушает автономию Гонконга. Вот эти вот все движения, они выстраиваются в общую купу. И вот в этом контексте напряжение на Донбассе становится логичным и понятным.
Вообще, о гроссмейстерской роли нашего президента, который в современных сложнейших условиях маневрирует на внешней арене с пользой для России, с пользой с точки зрения граждан России, да, с точки зрения детей России, я хочу записать вообще отдельный ролик, особенно в контексте постковидной повестки и тех мер и тех достижений, которые получилось достигнуть. Я думаю, что в самое ближайшее время я этому посвящу большой ролик. 10 апреля президенты Турции и Украины начали встречу в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял своего украинского коллегу в Стамбуле. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, заявил, что Киев ожидает хорошего результата от визита главы государства в Турцию. Господин Зеленский прибыл в Стамбул для участия в 9-м заседании стратегического совета высокого уровня между двумя странами. Даже встреча, которая прошла между Зеленским и президентом Турции Эрдоганом, а Зеленский полетел в Стамбул для того, чтобы заручиться поддержкой своего давнего партнера, даже вот эта встреча, она на самом деле интересна тем, что перед этой встречей произошел телефонный звонок между Путиным и Эрдоганом, и во время которой Путин высказал свое пожелание относительно того пакета тезисов, которые он бы рекомендовал озвучивать на этой встрече. В частности, было получено добро на то, чтобы минские переговоры переносить на Крымскую платформу. Это такой проект, который Зеленский, ну, продвигает везде. А на самом деле этот проект абсолютно мертвый, потому что во всем мире Крым – это уже давно Российская Федерация, да? И ясное дело, что этот тезис или эта платформа, она не будет воспринята никем. Но Турция – это достаточно мягкий и деликатный партнер Российской Федерации. Если вспомнить особенно недавний карабахский конфликт, там Турция сыграла очень важную роль. И вот эта способность Турции выполнять деликатное поручение, при этом, конечно же, обставляясь риторикой, что Турция никогда не признает Крым России, это тоже наводит на размышления относительно большой глобальной игры. Особенно с учетом того, что в отношении определенных турецких чиновников, да, и военных чинов Соединенные Штаты ввели санкции. А в контексте того, что Турция приобретает наши системы ПВО и сейчас рассматривает еще и покупку наших истребителей 5-го поколения, да, отказываясь от F-35. Вот вкупе вот эти все штрихи этой мозаики, они выстраиваются в определенную картину, которую я и предлагаю сегодня обсудить. Очень много претензий во всем мире, например, со стороны Ангелы Меркель, со стороны Госдепартамента США, высказывается относительно того, что Россия сосредотачивает свои войска или проводит учения на своей территории вблизи границ Украины. Это как бы кого-то очень сильно напрягает, и они задают вопросы. И хочу вот в этом контексте сказать о том, что Россия реализует свое суверенное право обеспечивать свои государственные интересы и демонстрирует всем игрокам в этой глобальной игре очень важный тезис, что мы готовы к любому исходу. И это ж не военный конфликт, это на своей, на суверенной территории военные учения, которые, кстати, проходят не только возле границ Украины, не только возле Донбасса, они проходят и вокруг северных границ Украины, они проходят возле границ Белоруссии, в направлении Калининградской области. Это связано с очень многими факторами, в частности, и с заявлениями руководства НАТО, и с заявлениями отдельных функционеров НАТО о том, что Калининградский анклав для них как бельмо в глазу, да, Россия показывает свою готовность к любому исходу. И вот в этом контексте заявление Козака, конечно же, ну, навело шороха в информационном поле. Я сейчас это заявление попробую прокомментировать. Давайте послушаем прямую речь. Если там будет, как говорит наш президент, устроена серебряница, видимо, вынуждены будем встать на защиту. Сегодня, так сказать, достаточно, ну, уже закаленный бояж называется за 7 лет. Вооруженные формирования одно, они в состоянии, так сказать, да, удерживать оборону. Думаю, что такая необходимость не возникнет. Но все зависит. Все зависит от другой стороны. Вот, я считаю, что есть уже такие оценки, поддерживают те оценки, которые есть и внутри Украины, так сказать, да, что начало боевых действий это начало конца Украины.
это самострел выстрелил себе не в ногу, а в висок. Хочу прокомментировать это заявление, которое я считаю безусловно политическим, оно ну такое предохранительное, оно как бы держащее обратную сторону в напряжении. И в связи с тем, что это политическое заявление, я хочу еще раз акцентировать внимание на то, что никакого полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной не будет. И Козак, кстати, сказал, что если Донбасс будет подвержен атаке со стороны Украины, то у него есть достаточно развитые вооруженные силы, которые по факту являются вооруженными силами этих непризнанных государственных формирований. Но еще раз повторяю, что вот это заявление нужно рассматривать только как предостережение и предупреждение, которое вписывается, собственно говоря, в учение на своей суверенной территории. Да, на территории Донбасса есть заметное, значительное, большое количество граждан Российской Федерации. И это тоже один из предохранителей. Но хочу обратить внимание на то, что и на Украине никто не хочет воевать. И в России никто не хочет воевать. И на Донбассе тоже никто не хочет воевать. Естественно, за исключением людей, которые на этой войне зарабатывают. Да? И маневрирование постоянное, когда вдоль линии соприкосновения на поездах ездит одна и та же группа танков, она выдает в том же Зеленском желание взять под козырек и сказать своему бонзу за океаном: так точно исполним, но тем не менее люди маневрируют и всячески пытаются оттянуть момент конфликта. И в связи с этим хочу напомнить о своем большом интервью с Владимиром Громовым, которое 4 дня назад, 15 тысяч просмотров, Владимир Громов «Войны России и Украины не будет», где первый глава контрразведки ЛНР обосновывает, почему не будет, почему процессы, происходящие там, ни в коем разе не приведут к массированному, полномасштабному военному конфликту между Россией и Украиной. Обращаю внимание, между Россией и Украиной войны не было до сих пор. Даже в 2014-2015 году, как это не рисовали там украинские разные политики, да, что Россия агрессор и так далее, и так далее. Войны полномасштабной с гибелью 10-15 тысяч человек в день не было и не будет. А тот конфликт, который вялотекущий, ни войны, ни мира, он, безусловно, кому-то выгоден, люди на этом зарабатывают, но этот конфликт внутренний, конфликт Украины. Россия не является стороной конфликта. Это очень важный момент, который, я считаю, всем нужно запомнить. И хочу сказать, что я вот это интервью Владимира Громова «Войны России и Украины не будет» я опубликовал, ну, как обычно, в текстовом режиме, да, и мне очень многие люди в комментариях начали упрекать, что, ну, Таран сам пишет интервью, да, сам себя выдает за Громова. Вот текст этого интервью после публикации на моем канале выпустил сайт «Свободная пресса». «Войны между Россией и Украиной не будет». Первый руководитель контрразведки ЛНР Владимир Громов о ситуации на линии противостояния в ЛНР. И дальше полностью текст этого интервью приведен на сайте «Свободная пресса». Это к вопросу о том, сам ли я печатаю эти интервью и насколько серьезно подаваемая здесь информация. Давайте зачитаем часть этого интервью. Что касается самой Украины и лично Зеленского, то для того, чтобы легитимировать власть и уйти от статуса ставленника госпереворота в Киеве, когда вся политическая власть является незаконной, ему необходимо приложить усилия по зачистке всех олигархических кланов и групп влияния как внутри, так и извне, и перейти к формированию конституционного пакета по легальной смене административно-территориального управления, проведя легитимные, честные президентские выборы, в которые будет участвовать не только часть Украины, но и граждане Украины в Донбассе, в Крыму, в России и в других уголках мира, имеющие на это конституционное право. Ссылки на мой ролик и интервью Громова и ссылка на эту публикацию в «Свободной прессе» будет в подписи к этим реальным итогам. Воевать между русскими и украинцами — это не война. Эту войну затеяли те, кто пришел в власти в результате государственного переворота. Войну против собственного народа. Я считаю, что русские и украинцы – это один народ. И если вы считаете, что наша позиция должна заключаться в том, чтобы мы развязали войну против собственного народа, я с ней не согласен категорически. Я уже говорил, что свою дискуссию с Евгением Алексеевичем Федоровым и с НОТ
Я не хотел продолжать и рассматривать дальше, ее педалировать. Ну, во-первых, потому что это явно предвыборная технология и предвыборная, собственно говоря, ну, воздействие на информационное поле. Но поскольку эта выборная, предвыборная технология влияет на глобальные процессы управления, я хочу вернуться к этому разговору с одним небольшим вопросом. Федоров в дебатах со мной сказал, что он хочет вывести людей на улицы против 500-тысячной группировки агентов Госдепа, которые уже находятся в России и которые взорвут улицу. Я хочу спросить, где он видел эти 500 тысяч агентов? Кто эти люди? Где они на улице? Покажите пальцем, против кого вы собираетесь устраивать уличные беспорядки. Если эти люди в интернете, и эта информация из интернета, так идите в интернет и сражайтесь с врагами Отечества там. Но сам факт, что вы хотите взорвать улицу, вы хотите ее наполнить, неважно, хорошими ли, плохими агитаторами, это фактор дестабилизирующий. Это фактор, который разжигает в обществе напряжение и который приводит к тому, что люди, и нодовцы, и сочувствующие им, и те люди, которые вообще просто стоят на улице в сторонах, они чувствуют рост напряжения. Это деструктивная технология, это деструктивное эмоциональное воздействие, которое является понижающим и не является созидательным. Я записал видео на своем канале, в котором я предложил Евгению Федорову превратить нот в созидательную структуру. А если у него это не получится, и он все время будет провозглашать разрушительные лозунги, то эту созидательную структуру создадут другие. Пришло время у людей запрос на позитивную повестку дня. Мы слишком долго ищем врагов. Да, возможно, люди в чем-то с нами не согласны, но это наши люди, и с ними надо разговаривать. Но разговаривать нужно не на улице, нужно не в военной форме, нужно не с точки зрения давления, нужно разговаривать прежде всего в интернете. И если, например, Ноду и Федорову дали команду, что ваша улица и работаете на улице, то это совершенно не значит, что нужно делать военизированные названия, формы, да, боры, там, ноды, да, там, ну, риторика на самом деле конфронтационная, она конфликтная, а значит деструктивная. И я хочу сказать, что вот Федоров во многом является катализатором необходимости создания созидательного общественного движения, которое покажет всем людям позитивную повестку дня, придерживаясь которой люди перестанут спорить друг с другом, перестанут искать друг в друге врага и перестанут раскачивать эту вековую гражданскую войну, которая 100 лет назад начиналась между белыми и красными, а сегодня между либералами и патриотами, между агентами Госдепа и не агентами Госдепа, но по факту это стравливание людей по группам, по религиозному признаку, по отношению к Госдепу, по отношению к Евгению Федорову. Это все нужно прекращать. В обществе созрел запрос на созидательную, побудительную силу, которая покажет образ победы, которая вдохновит людей, которая покажет, ради чего, для чего, с чем мы можем общаться со всеми нашими соотечественниками и строить новую страну. Сегодня пришло время созидательной деятельности, созидательных общественных движений. Разрушительные, разрушающие общественные движения должны заканчиваться. Кстати, напишите, что вы думаете по поводу этого моего предложения и этого моего тезиса. Ровно год назад, а именно 2 апреля 2020 года, я записал первый ролик на тему антимегаполиса. Да? Антимегаполис – это проект развития территорий России. Мы с вами знаем, что крупные города, города-миллионники концентрируют в себе огромные массы населения. Это приводит к тому, что провинциальные, да, региональные территории опустевают, люди едут на заработки, там нет работы, там нет инфраструктуры, там нет образования, нет новых рабочих мест. И вот происходит такой социальный и экономический перекос. И вот поскольку 2021 год очень непростой, и нам предстоит еще послание президента,
И я думаю, что вопросы развития территорий тоже там будут освещены. Я хочу обратить внимание на тот процесс, который мы начали вместе с моими подписчиками в апреле и в мае прошлого года. Напомню, что тогда шел вопрос о проведении конференции среди людей, которые на практике развивают территории, которые на практике используют 131 федеральный закон о местном самоуправлении. А хочу сказать, что развитие территорий в сегодняшних юридических реалиях просто не может по-другому, как не опираться на федеральный закон о местном самоуправлении, о ТОСах и МСУ, о том, как организовывать эти самоуправляющиеся поселения, как организовывать новые рабочие места, как делать образование на этих территориях, какие кадры нужны для этого. Я хочу сказать, что за год я собрал большое количество писем и обращений людей, которые болеют этой темой и которые хотят поделиться опытом и своими предложениями, как на практике в разных субъектах федерации они реализуют даже без антимегаполиса сами. Они уезжают с больших городов, они приезжают на землю, они рожают детей, они строят дома, они укрепляют семью, они работают на национальный проект «Демография», да? И в связи с этим национальным проектом «Демография» они занимаются организацией школ, они занимаются организацией дополнительного образования, создают артели и кооперативы в таких отраслях, как пищевая промышленность, легкая промышленность, дополнительное образование, транспорт, одноэтажное и двухэтажное строительство загородных коттеджных домов для того, чтобы привлечь других людей, уже посматривающих в сторону регионов. Это целый кластер экономики, который сегодня, мне кажется, просто уже криком кричит о том, чтобы ему дать дополнительный импульс. И очень многим людям, которые живут сейчас в миллионниках, городах, и не знают, как им правильно поступить в дальнейшем, дать импульс этим людям, показать им, подсветить вот это направление жизни, при котором, например, молодые семьи будут осваивать запущенные территории, будут создавать новые предприятия артельного, кооперативного типа, потребительской кооперации, производственной кооперации, которые будут воспитывать детей. И таким образом мы с вами сможем решить вопросы культуры, да? Не вот этого безликого постмодернизма, а будут приезжать конкретные люди, конкретные носители вполне определенной культуры, самых разных народов, но все эти народы говорят на русском языке, и, соответственно, это культура русскоязычных народов. Да? Это, соответственно, определенное отношение к женщине, к заработкам, к семье, к детям, как воспитывать детей, какие они должны быть. Вот эти ценности культурного кода, они могут получить дополнительный импульс именно через развитие территории России и именно через проект «Антимегаполис», как развитие территории России. И хочу сказать, что есть предложение, например, в следующую субботу, а следующая суббота это у нас 17 апреля, в следующую субботу провести конференцию, видеоконференцию, либо записать доклады, короткие доклады на 2-3-5 минут людей, которые практически занимаются проектом, условно, антимегаполис, это расселение больших городов и освоение территорий, бескрайних территорий России, это могут быть как частные предприниматели, люди, которые уже переехали, люди, которые занимаются этим с научной точки зрения, научно-исследовательские институты. Я бы предложил людям записать небольшой доклад, да, тезисный доклад о том, что у вас есть. Не надо раскрывать все секреты сразу, но хотя бы обозначить основные направления движения, рассказать, чем вы богаты, какими вы видите основные векторы развития территорий, да, требующих развития, требующих первоочередного развития и именно развития с точки зрения человеческого капитала, рождаемости, укрепления семьи, строительства одноэтажных загородных, замиллионных домов, да, развитие вот этого кластера экономики. Мне кажется, что вот этот интеллектуальный импульс, вот если он будет сделан в апреле этого года,
это придется как нельзя кстати. Важным направлением, дополнением к общей картине того, как развивать территории, мне кажется, есть давний тезис, высказанный президентом, о том, чтобы муниципалитеты и управляющие поселениями заменить на земство. Изменить бюджетную политику в интересах земств. Да? Земств в нынешнее юридическое прочтение – это территориальные органы самоуправления и местное самоуправление с открытием юридического лица. Да? Это нынешнее название земства. Так вот, нужно сегодня сформулировать и законодательные инициативы, которые должны исправить крен между 131 ФЗ и законом об органах государственного управления, да, изменить бюджетные правила относительно самофинансирования муниципалитетов земств, нужно ввести муниципальную или земскую милицию, местное самоуправление, для того, чтобы управлять территорией и с силовой точки зрения, но именно милицию, как народное самоуправление. Вот эти вопросы, мне кажется, сегодня тоже нужно осветить и на нашей конференции в том числе. Именно поэтому прошу всех откликнуться на это объявление. И я запишу дополнительный анонс относительно видеоконференции. Она пройдет абсолютно в открытом режиме. Она будет онлайн-конференция, куда можно будет присоединиться. Я дам ссылки, да. И в течение, например, 2-3-4 часов мы среди всех заявивших попробуем провести вот эту последовательность докладов для того, чтобы просто выявить интеллектуальный потенциал всего проекта. А проект имеет социальный заказ. Люди о нем думают, они его обсуждают на кухнях, они практически что-то реализовывают. И мне кажется, вот подытожить или, например, дать дополнительный импульс, вот такой вот ход был бы очень-очень полезным. 17 апреля, конференция по проекту «Антимегаполис. Развитие территорий России». Это были реальные итоги. Неделя была насыщенная, все находятся в состоянии ожидания какой-то войны. Некоторые люди мне пишут в личку, звонят и говорят, что чувствуют какой-то адреналин, наверняка что-то случится. Я ничего такого не ощущаю. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что «Свободная пресса» и «Рамблер» опубликовали материал Владимира Громова, который вышел раньше у меня на канале, и который называется, что войны между Россией и Украиной не будет. Еще раз подчеркну, полномасштабной войны России и Украины как двух братских стран, даже не братских, а стран, где живет один и тот же народ. Ее не будет. Какие-то обострения локальные на линии разграничения могут быть. Они могут быть связаны с утилизацией определенных сил, они могут быть связаны с какими-то, сдуванием напряжения, потому что держать войска на линии разграничения – это дорогое удовольствие, и там происходит определенное перегорание, и чтобы вот этот пар куда-то спускать, там, конечно же, будут обострения, но это все локальные конфликты, не имеющие никакого отношения к большой континентальной войне с большим применением вооруженных сил и особенно с участием России в украинском конфликте. Вот этого не будет. А вот это я все хотел сегодня вам рассказать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Давайте обсуждать эти темы вместе.